Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джузы, и я стал глистом каким-то. О, а здесь огромный носорог, ха-ха, отлично, ну не отлично, что я глист, потому что мы зашли сегодня с тобой в эволюцию животных в Роблокс. Конечно, мы начинаем с обычного. Ой, ты что? Так, он меня хочет съесть, этот заяц. Ты чё, ты должен кушать морковку? А может, я похож на морковку, поэтому он хотел меня скушать. Но я всего лишь глист. Там даже есть огромный слон. Я хочу эволюционировать в какого-нибудь крутого зверька. Я не знаю. Ребят, напишите в комментарии, какое животное вам нравится больше всего. Например, там кошечка, собачка, может, зайка. Будет интересно почитать. Также можешь еще лайк поставить этому видео прямо сейчас. А я, будучи глистом, попробую скушать. Так, я могу вообще скушать? Так, о, я могу скушать желтый цветок. Ха-ха. Сейчас мы его попробуем на зубок. Ну-ка, скушаем. Бамч. Оу, видал? И я получил 4 опыта всего лишь. 4 опыта, это мало. Я на арене нахожусь. Центральная зона. Кажется, арена здесь у меня как-то появилась. Ну-ка, давай попробуем этот цветочек скушать. Так, зайка, не кушай меня. Ну, да, зайка, ну... Он украл мой цветок. Я так его добывал изо всех сил. Я же какой-то глист. Я должен сэволюционировать дальше. О, гриб. Гриб по мне. Гриб очень вкусный для червячка. Давай, ну-ка, скушаем. Есть, немножечко скушали. Это у нас огромный салат. Листья салата, смотри. Обалдеть, сейчас я полакомлюсь. Надеюсь, зайка ко мне сейчас не придет и не скушает здесь мои листочки салата. Ну-ка, поедаем. Хоба, еще 5 укусов, и этот салат будет моим. Бам. Опа, ой, вау, муравей, теперь я муравей. Так, ну-ка, скушаем грибочек, бэмч. О, отлично, есть грибочек, тоже грибочком закусили. Еще один листочек салата, сейчас мы его тоже закусим. Пока я тут грызу салат, пришла змея. А, что, так кто? Я обычный... червь какой-то. Я гусеница. Значит, если я гусеница, то я скоро стану, наверное, бабочкой. Я должен стать прекрасной бабочкой. Так, а куда? Куда мне идти? Давай пойдем попробуем желтые цветочки. Болото здесь. Так, опять. Ну, для гусеницы болото самое место, наверное, да? Давай попробуем покушаем здесь цветочек. Так, пемч, есть, скушали, цветочки хорошо идут. Ребят, я, кстати, хотел сказать, меня там перебили. Пока здесь кушают цветочки, подпишитесь на канал обязательно, если вы еще этого не сделали. Если вы уже подписаны, то вы просто нереально огромные молодцы. И лайк вам мой за это. Ну, я не могу лайк поставить, но если ты коммент оставишь какой-нибудь, я могу туда сердечко поставить. Это будет мой лайк тебе за то, что ты написал комментарий и подписался на канал. Смотри, у меня здесь есть еще цветочек. Надеюсь, мне этого будет достаточно, чтобы сэволюционировать дальше. Так, поедаем. Бэмч. Есть. Нет, еще два. Что же мне найти перекусить? Вон там есть еще один цветочек. Даже два я вижу. Итак, отправляемся. Гусеницей быть, конечно, нелегко в этой жизни. Нелегко. Да, здесь птицы нет, вдруг меня сейчас какой-нибудь воробушек скушает, и вообще будет неприкольно. Ну-ка, поедаем давай. Хова, и оп, ой, я в улитку превратился, я должен был стать бабочкой, а превратился в какую-то улитку. Ха-ха, что это такое, что это? Ну, давай посмотрим, улитка должна быстрее кушать сейчас. О, вау, цветочки вообще... На 2 укуса улитки прожорливые, оказывается, но... Не прям... О, запрыгнул! Ничего себе! Вот это я мощная улитка! Так, кушаем, если этот цветочек тоже скушали. Там у нас какая-то саванна, пустыня или что это такое? То, что туда надо сходить. Вот здесь статуя какая-то. Я не знаю, туда спускаться или нет, но там кто-то... Кто-то там уже охотится.
вау, там какая-то змеюка, или кто это, она вообще супер быстрая. Супер быстрый там, ой, там ящерицы какие-то, кто это так, это кошки, кошки, да, похоже, нет, это крыски какие-то, я не знаю, нет, это кошки, похоже, так, я даже не знаю, я вот улиточка медленно, и там змеюка какая-то, реально змеюка, так, опасность, в этой области там написано, дальше больше животных, а, для больших, ага, вижу. Это область для больших животных. Там реально, смотри, большие животные кушаются. Так, а я маленькое животное. Малюсько совсем. Поэтому мне надо быть максимально аккуратным. Будем прям супер-супер аккуратно. Давай, идем сюда. И поедаем здесь, давай. Пим, есть, скушали. И дальше куда идти? Дальше. Ты чё, одни цветочки, мне, наверное, куда-то... Ой, давай попробуем синие цветочки поесть. Они, может, побольше будут мне прибавлять здоровье, силы. Так, мне еще 20 опыта надо для следующей эволюции. Так, вот синие цветочки. О, да, они прям повкуснее будут, да? По 5 мы отгрызаем, улитка у нас вообще съедает прям хорошо. Пэмч, ну-ка. И теперь вот этот цветочек, и все. Мы превращаемся в кого? Мне 2 опыта не хватило. Ай-яй-яй. Так, ну ладно, вот еще цветочек есть. Я думаю, этим цветочком я наемся. И будет следующий этап нашей эволюции. Так, поедаем. Опа. О, я превратился в пчелку. Вау, круто. Так, опа, ой. Эти цветочки вообще. Просто смотри. Пэм, по 10 урона я наношу. Жесть. Это круто. Ну, слушай, я теперь еще быстрее летаю. Вообще просто супер-мега быстро. Там у нас еще какой-то мир. Так, давай здесь съедаем. Оп, отлично. Теперь полетели на грядку. Так, полевой дом. О, может это как раз мне сюда и надо. Ну-ка попробуем здесь листья салата. Пэмч, съедаем. Мы за пчелку быстро эволюционируем, я думаю, вообще супер-мега быстро. Так, это что за грибочки там летают? Так, съедаем это все. Дальше вот еще салатик появился, отлично. Поедаем. Есть, хорошо, идем дальше. Вот смотри, здесь много цветочков. И какой-то дом. Так, а что в доме находится? Есть что-нибудь интересное? О, я превратился в ящерицу. Ящерица! Воу. Не, скользкая как-то. Скользко, слушай. Скользко очень за ящерицу. Я должен цепляться, думал. Я буду супер... Цепкие лапки у меня будут. Так, съедаем здесь. Но я надеюсь, на ящерице я долго не засижусь. Потому что здесь много вкусной еды. И эволюция моя пройдет чрезмерно быстро. Так, съедаем. Ящерица у нас проворная, кушает много. Много и вкусно. Так, здесь съедаем, да. Опа, о, смотри, хомяк. Отлично. Давай, хомячок. Хомячок еще быстрее будет кушать. Я знаю, хомячки вообще прям обожают. Обожают поесть чего-нибудь такого вкусненького. Там, смотри, огонь какой-то. Там пожар, что ли? Так, здесь красные цветочки уже появились. А красные цветочки, они меньше дают, чем синие цветочки. Ха, странно, я думал, красные будут покруче. Ладно, смотри, мы еще добрались до грядки. Еще одна грядочка. Ха, так, съедаем все на грядочке. Отлично, здесь съедаем. Съедаем все здесь. Давай еще и здесь съедаем. Отлично, здесь все съели. Сейчас мы дальше будем эволюционировать с тобой. Так, это съедаем. Съедаем, салатик тоже поедаем. О, крыса! И у меня теперь есть крыса. Все, крыска у нас еще больше любит кушать. Я знаю крысы. Крыски обожают покушать. Так, съедаем. Все здесь цветочки вообще, наверное, нам будут мало прибавлять вот эти. Так, вон там еще есть грядки. Отлично. Мы направляемся за нашу криску. Вон туда, вон там еще есть грядки. О, это все мне. Спасибо большое. Съедаем. Так, конечно, это то, что мне надо как раз. Полезные овощи, полезные грибочки. Итак, сколько мне еще? Чуть-чуть осталось до следующей эволюции. В кого же мы дальше при... О, утенок? Ха! Это не утенок, это киви. Ой-ой-ой, разве киви так выглядит? Я думал, киви это у нас
кушать можно, который такой фрукт киви, знаешь, такой волосатый. Ну, по сути, я тоже волосатая утка какая-то. Волосатая уточка. Ну-ка, погнали дальше. Погнали, теперь идем вот сюда. Ой, а это что это такое? Там, смотри, какая-то непонятная штука. Вот это, что это такое? Это яйцо? Яйцо! Я его могу скушать, прикинь, я съем чье-то яйцо. Опа! Ну-ка, скушал, реально скушал чье-то яйцо. Обалдеть! Киви жестокая птица какая-то. Яйца кушает, смотри. Здесь еще одно яйцо появилось. Я думал, это же кто-то оставил яйцо. Оказывается, оно здесь появляется специально для меня. Хорошо. Если оно просто... О, еще появляется. Я что, баг нашел? Смотри, оно реально спавнится здесь. И на нем можно прокачиваться. Так. Давай поедаем. Отлично, отлично. Ну-ка, сейчас сюда появится. Так. О, еще появилось. Да, реально, смотри. Можно здесь просто прокачиваться. А цветочки не так быстро здесь появляются. Опа, съедаем. Съедаем, все съедаем. Но мало прибавляет. Слушай, яйцо мне прибавляет очень мало опыта. Надо, наверное, что-то все-таки вернуться на грядку и поклевать грядку. Яйцо, наверное, не подходящая еда для меня вообще. Поэтому будем кушать здесь. Во. Смотри, реально, яйцо не для меня. И оно очень мало опыта прибавляет. Очень-очень-очень мало. Здесь мы быстрее прокачаемся, кушая просто листики салата. Так, съедаем все. Съедаем полностью, давай. Опа, съели. Дальше следующая эволюция у нас будет... О, кролик! Вот я и дорос до кролика, кстати. Вот здесь кролики любят травку щипать, я знаю. Это как раз-таки для меня. Яйца, наверное, кролики не кушают, поэтому я к этому яичку-то и не пойду. Вот здесь у нас есть еще грядочка. Так, ну-ка, по 15 урона я наношу. О, да! Сейчас еще и эту грядку скушаю. Оставить свою грядку без присмотра, и кролик ее тут же всю скушает. А если будет кролик не один, то скушает в два раза быстрее. Есть, съедаем, съедаем, съедаем. Сейчас будет у нас следующий этап эволюции. Так, кто у нас идет после кролика, интересно? Там по-любому будет какая-то кошечка, может быть, или кто? Или бобер, я не знаю. Очень интересно посмотреть. Так, съедаем, давай. Опа! Давай еще здесь поедаем. Есть, съели, так, грибочки тоже. Еще давай, кушаем, кушаем, кушаем. Кушай давай быстрее, салатики. Кушаем, кушаем, кушаем. Здесь тоже все съели, все, грядку все обчистили. Там еще есть грядка. Побежали туда, грядочки. Сейчас мы скушаем здесь, давай. Опа, оп, давай. Опа, есть, скушали. Здесь теперь кушаем, здесь давай. Съедаем. Ха, ва, хорошо. Смотри, еще чуть-чуть осталось до следующей эволюции. Еще совсем капельку. Ну там тоже ящерица какая-то бегает, кушает. Так, съедаем, съедаем. Я, наверное, прям в удачное место пришел для эволюции, да? Сижу здесь, кушаю себе. На здоровье никто не мешает мне пока что. А то там вначале все кислоны бегали, носороги. Вот это вообще мощные ребята. Так, и еще грибочек так съедаем. И кто это я? Ежик! Я ежик, Соник! О, смотри, реально, я ежиком стал. Ха, прикольно, ДС. Так, и я... А я думал, что за коробка? Оказывается, это ежик. Так, ладно, давай посмотрим, что у нас там. Что за огни горят? Огни горят после кролика у нас ежик. Так, это что это такое? Игроков 12. И награда опыт. О, стоп, это что? Это у нас арена, похоже на то, где у нас животные могут сражаться друг против друга. Неужели это правда? А я туда не могу запрыгнуть. Я какой-то невысоко прыгаю, смотри. Оп, не могу допрыгнуть реально до туда. А даже если бы мог, наверное, то... Ой, а это что это такое? Смотри, видишь, там статуя какая-то горит. Что это такое? Огонь. Огонь. Кто подожжёг? Кто поджёг эту статую? Хм, арена. Так, боевая арена. Хотели бы телепортироваться на арену? Да. Все, я на арене. Давай сразимся, ёжик. Всем покажет. Так. Ой, я победил. Или что? Обычно. А чё, у меня ник красным горит теперь? Я был на арене, но никто ко мне не пришел. А если я телепортируюсь, могу домой телепортироваться? Так, червь, улитка... пчела,
ГЕК и многое другое. Закрыть. А как мне вернуться домой? Я заблудился, ребята. Я заблудился. Я не знаю, как мне теперь домой вернуться. У нас здесь есть опыт еще двойной. Вау, круто. Можно это все приобрести, качаться быстрее и эволюционировать быстрее. Там еще какой-то водопад или что это такое. Но я заплутал, я ежик в тумане, ребята. Я заблудился здесь. Надо выбираться обратно. И уже пытаться эволюционировать там, потому что я здесь все грядки скушал, и они у меня как-то мало прибавляют. Надо искать что-то новенькое для нашего ежика. И поэтому я предлагаю, если ты хочешь продолжение, обязательно, обязательно ставь лайк, и будет 500 лайков, да, я прям моментально пойду записывать следующую часть. Огромные грибы для меня. Я нашел место как раз покушать. Может, здесь немножечко попрокачиваться. О-о-о, смотри, вкусный. Также подписывайся на канал. Да, комментарий, я думаю, ты уж сам вначале написал. И на этом у меня все. Не болей, не скучай. Пока-пока.